Мое лицо увидели. Меня зовут Максим Башко. Значит, я биткоин-энтузиаст уже больше года. У меня есть свой проект, он там указан в числе партнеров Wallet Notes. Вот, значит, я занимаюсь тем, что анализирую кучу всякого разного материала, пытаюсь найти этому применение в жизни, плюс к этому я сейчас, так сказать, пробую зайти в биткоин пространство немного с другой стороны. Вот, я пробую сейчас работать в властных организациях и там, так сказать, продвигать тему, ну, если не напрямую биткоина, да, сразу, вот, так сказать, то, в общем, в моем понимании, что такое биткоин? Биткоин — это когда люди собрались, договорились о чем-то и начинают друг другу помогать. Вот это очень важная концепция, я считаю, заложена. И консенсус, он как раз описывает то, каким образом люди могут взаимодействовать, помогая друг другу. Вот именно эту идею я и пытаюсь продвигать, что можно сидеть там, делать, выполнять мартышкин труд и там получать за это какие-то там условные рубли, доллары, неважно что угодно, которые вы даже, собственно говоря, можете пощупать, но они не имеют действительно никакой ценности. А вы можете делать какие-то вещи интересные, полезные для себя, для окружающих вас людей, для общества в целом, и получать от этого общества что-то для себя взамен. Вот, собственно говоря, об этом, я считаю, и вот есть суть криптовалют. Просто криптовалюта — это очень хорошо, строго математически описывает. Вот, собственно говоря, ну и сегодня я вам, мой доклад обозначен как мастер-класс по использованию различных кошельков, но поскольку у нас такой довольно сжатый формат получается, то я сконцентрировать внимание свое хотел бы на одном из видов кошельков, но на каком именно, я тогда уже непосредственно в ходе своего доклада расскажу. Спасибо.